Лимфатическая система – это очень важно. А на самом деле очень важно. Это система вывода ядов, особенно бактериально, грибково, паразитарно, яда простейших, да? И практически от этой системы зависит иммунитет человека. Иммунитет. А иммунитет – это жизнь. Мы с лимфатической системой обращаемся совершенно не так, как с ней можно обращаться. С ней вообще никак нельзя обращаться, только на «вы». Лимфатическая система идет вся снизу вверх и никогда назад. Снизу вверх. С кончика пальцев до грудного лимфатического протока. А массаж нам делают? С трех раз. Сверху вниз. А это значит, рушат лимфатические протоки. Вы видели клапаны, которые... Вот лимфатический проток, вот клапан. Вот такой клапан, обратная дверь. Лимфа поднимается, и клапан захлопывается. Лимфа поднимается, и клапан захлопывается. Если промассировать вот так пару раз интенсивненько, то все клапаны порушатся. Лицо нам массируют в другом порядке. Делал кто-нибудь массаж, да? Как массируют? Вот так? От центра к ушам? Обычно косметички под глазом делают это наоборот. Пальчиками, по лимфоузлам. Вот я про это говорю. Массажная линия идет под глазом в эту же сторону. Сосуд кровеносный, по которому идут эритроциты, лейкоциты 28, 15, 12. Клетки, которые получают из них питание. И из каждой ткани отходят лимфатические сосуды, которые начинаются... прямо в ткани, и которые фильтруют через себя огромные потоки лишней жидкости. Жидкость выходит сюда вместе с растворенными питательными веществами. Чуть-чуть всасывается назад. Но основная жидкость, промывая вот эти ткани, промывая это болото, уходит в лимфу. Тут живут бактерии. Вот тут. Вот тут живут грибки, связанные между собой цепями. Тут живут паразиты, прямо в ткани, аписторхи, лиамблии и так далее. Постоянно смывается водой из сосуда все и уходит в лимфу. Каждую минуту идет опорожнение. Помните задачку? В бассейн по одной трубе наливается такое-то количество воды. По трубе меньшего диаметра или больше выходит другое количество воды. Рассчитайте, через сколько вода заменится в бассейне. Я никогда не могла рассчитать. Бесполезно. Вот тут вот по одной трубе входит, по другой трубе выходит. А пространство должно быть идеально чистым. Таможня, лимфоузел. Первого маленького масштаба. Если он поражен, говорят, рак первой степени. Метастазирование идет по лимфоузлам. Протягивает всю воду сюда. 10 входов, один выход. Здесь ферментная база лимфоцитов, макрофагов. Они там живут. Лимфоузел – это коробочка, в которой живут живые макрофаги. Лимфоциты, Т, Б и так далее, и так далее. Они уничтожают, фильтруя вот эту жидкость, всех бактерий, вирусов, грибков, паразитов и простейших. Относительно чистая лимфа идет дальше. А к ней подсоединяются более широкие территории и уже следующий узел второго порядка. И если он забит, называем рак второй степени. И так далее. 10 входов, один выход. 10 входов, один выход. И все снизу вверх. Это называется работа лимфатической системы. Что важно? Важно то, что лимфатическая система – это единственная система, кроме почек и желудочно-кишечного тракта, которая имеет выброс через слизистые оболочки наружу. Совершенно уникальная вещь. Через кожу мы ничего выплюнуть не можем. Если лимфа сломана, будем плеваться через кожу. Теоретически понятно? Выброс ядов может произойти только через слизистые оболочки, потому что они не имеют
мертвого защитного барьера эпителия, эпидермиса. Итак, первый плацдарм лимфатической эвакуации с трех раз. Первое место высадки трупов бактерий наружу. Нос. Здрасте. Лимфа идет снизу и сразу в нос. Влагалище у женщин, уретра у мужчин. Как только в организм что-то попало, сразу человек что-то обнаруживает. Либо начинаются выделения, либо боли, либо рези, либо еще что-то. Это значит, что-то попало. То есть не что-то, а кто-то. Грибок, бактерия, вирус, паразит, простейшая, хламидия, описторх. А мы боремся с чем? Ну вы с чем боретесь? С выделениями. А бороться надо с кем? С паразитами, с бактериями, вирусами, грибками, с АБВГД-миром. А у нас главная проблема, чтобы не было выделений, кашля, насморка, ну и так далее, да? Говорят, вот одну таблеточку вставите во влагалище, и выделений не будет. А куда они денутся от одной таблеточки? Километры грибковых колоний, которые живут во всех тканях, в печени, в почках, в кишечнике, да? И куда они денутся, если мы во влагалище засунем одну противогрибковую таблеточку? Она может быть такой силы, что всосется и так шарахнет, что и печень отвалится вместе с почками. Но, как правило, происходит нормально. Три дня нету, потом снова. Молочница, например, да? Что такое молочница? Что такое выделение при молочнице? Это трупы грибка, которые уничтожены были лейкоцитами. Поэтому не с ними надо бороться. Что с трупами бороться? Они уже трупы. Бороться надо с живыми грибками. А бороться можно одним способом, одним, поднимая иммунитет. Потому что все живое не убьешь в организме. Поэтому надо поднимать иммунитет. Второй плацдарм высадки. Ну давайте, легкие, это уже пятый. Кишечник. Через кишечник выделяется огромное количество ядов. Кто-то говорит, у меня дизентерия. Ну да, слышали такое, да? И у меня в кале одна, с трех раз, слизь. Что такое слизь? Это тот же самый гной. Это трупы вирусов, бактерий, грибков, дизентерийных палочек, сальмонелл и так далее. Кишечные лимфоузлы, их тысячи, открыты в кишечник. И выделяет эту слизь. Третий плацдарм. Потовые железы. Поднимаемся на этаж выше. Подмышечные впадины. Человек должен потеть. Все яды, которые могут уйти через кожу, гормоны, токсические яды, то есть средние молекулы, не гной, уходит через пот. Что мы делаем, чтобы они не уходили никогда? 24-часовой дезодорант. И пугай вас, не пугай, катай вас на горах, не катай, потоотделения не будет. Куда пойдут яды? В молочную железу. Так и происходит. Мастопатия и загрязнение лимфатического бассейна молочной железы. Лимфа гнала все на пот, а мы взяли, сбрызнули, и Джеймс Бонд. Страшная ошибка, вообще страшная ошибка. То есть 24-часовым дезодорантом никогда пользоваться нельзя, только 6 максимум. А потом потеть, смывать и потеть. К сожалению, химические вещества, брызнутые на кожу, сужают сосуды по заданной программе. 12, 24, 48, а сейчас появились дезодоранты 7 дней, 20 дней. А потом заблокируется механизм работы потовых желез, и вообще, вместо... Больной, говорит, перед смертью потел? Потел, хорошо. Пот – это лимфатическая система. Это кожные каналы через лимфатическую систему. Да вообще все это лимфатическая система. Вся кожа – это лимфатическая система. Все суставы – это лимфатическая система. Вообще очень просто на самом деле. Вот сустав коленный. Раз, два. Маслы, да? И капсула. У меня, говорит, отекают суставы. А что тут отекать? Что там где отекать? Ничего там нету. Там сзади огромный лимфоузел.
Если его затравмировало бактериями, например, бета-гемолитическим стрептококком, который живет в крови, кстати, то здесь получится артрит, ревматоидный, инфекционно-аллергический, полиартрит, да как хотите. Если все суставы затравмировали, полиартрит. Если один сустав, моноартрит. Ну и так далее. При чем тут суставы вообще? Две кости, ни о чем не подозревая. Живут себе и живут. Температура. Для чего температура в суставе? Чтобы бороться с бактериями. Отек. Почему? Да лимфоузел не пропускает. А мы что делаем? Греем. Грязи. Гормоны. Растираем. Поможет? Да никогда. Лимфу надо чистить. Но сначала посмотреть, кто там живет, сколько вешать в граммах. Пока мы не добьемся, кто там живет, ни суставы, ни почки, ни кожу вылечить не удастся. Потому что если мы не знаем, кто это там, значит, мы будем действовать в обратном направлении. Там живет грибок, например. А мы говорим, попейте антибиотиков. Человек пьет антибиотики, а грибки питаются антибиотиками. Они только ждут, чтобы человек попил антибиотиков. И возникает мощнейший грибковый артрит. А грибковый артрит вылечить очень сложно. Это потом начинается и болезнь Бехтерева, и все, что хотите. Когда у человека покрутит в один момент на три сустава. Следующий плацдарм. А вот следующий плацдарм – нос. Через нос уходит большое количество воздушно-капельной инфекции. Следующий плацдарм. Нос взяли, отрезали аденоиды. Следующий плацдарм – миндалины. Мешали, взяли, отрезали. Следующий плацдарм – гортань, ларингит. Следующий плацдарм – трахея, трахеид. Следующий плацдарм – предпоследний – бронхи, бронхит. И последний плацдарм – пневмония. И туда, стройными рядами. Все можно обрезать человеку. Чем он будет выделять гной, совершенно непонятно. У большинства людей, у которых обрезали аденоиды и миндалины, постепенно развился хронический ларингит, фарингит с элементами бронхитов. И если паразиты, лямблии и вирусы остались, то это будет еще сосмоидным или сосматоидным или обструктивным компонентом. Что такое пневмония? Это тромбирование лимфатических узлов на выход жидкости. Что такое экзема, дерматит, нейродермит, псориаз? Полная непроходимость лимфатических узлов из-за грибковой патологии. Грибок, который все там зацементировал. И кожа вынуждена открывать пожарные окна. Эти пожарные окна у ребенка расположены. Сгибательные поверхности, попка, там, щечки, животик. В зоне скопления лимфатических узлов. У китайцев все в порядке. У японцев все в порядке. С лимфатической системой. Гимнастика есть? Вы заметили, кто движет лимфатической системой? У нас нет лимфатического сердца. Лимфатический сосуд. А вокруг него мышца. Это приблизительно так. Вот лимфатический сосуд, вот мышца. Мышца сокращается, лимфа проталкивается. Мышца не сокращается, лимфа не проталкивается. Сидите на работе на кресле 8 часов, главный бухгалтер. Думаете, где у вас белый нал, где черный? Понять ничего не можете. Воды не допили, ногами подвигайте. То есть скрытая гимнастика. Чтобы не было геморроя, взяли и подскочили 50 раз на ягодичных мышцах. Ну не подскакивая на стулом, а так, делая вид, что подскакиваете. Массаж лимфатических коллекторов малого таза. Не будет массажа, будет простатит, аденома и так далее, и так далее. И все вот эти последствия. То есть лимфатическая система – это шикарная система. Ее нельзя греть вообще, трогать нельзя. Тубус кварц – забудьте на всю жизнь. Никаких компрессов, ничего нельзя на лимфатические узлы. Во время массажа их обходить стороной. В них живут лейкоциты. Если вы их потрогаете, помассируете, прижмете, вы его повредите, вы его вообще уничтожите. Если вы уничтожите лимфоузел под коленкой – то коленка всю жизнь будет отекать. Слоновость есть такое заболевание. А смысл? Нету смысла.
Лимфа течет изнутри. Снаружи ничего не поможет. Только изнутри. Лимфу можно почистить изнутри. Заставить ее двигаться невозможно. Только гимнастика. Только физическая гимнастика. Если лимфоузлы не забиты бактериями. Это принципиально важно. Вот это называется лимфатическая система. В голове нет лимфатических сосудов. Есть лимфатические озера. И лимфа стекает прямо вниз. После прочистки лимфоузлов 10 этапов таможни, как минимум, чистая лимфа – это та же самая вода, это та же самая сукровица, это та же самая часть красной крови, в которой нет эритроцитов, впадает в венозное русло и смешивается с венозной кровью, очищая ее. А если лимфоузлы забиты, ничего не впадает, ничего не вмешивается, начинает сочиться. Организм не может пропустить через лимфоузел гнойную лимфу. Он выпустит ее наружу, на кожу. И будет экзема, псориаз, нейродермит, дерматит, атопический дерматит, диатез и все кожные заболевания. Разница только в том, кто там живет. Кто там? Тук-тук. Сиди, я сам открою. Чаще всего грибки. На втором месте – глисты. На третьем месте – бактерии. У них иерархия другая. Другой вид спорта. На четвертом месте – вирусы. Вирусы настолько малы, что они в лимфе не, ну, как бы так, не живут. Вирус сразу идет в клетку. Сразу, сходу. А вот грибок живет в лимфе. И поэтому грибок поражает кожу. Если вы заметите, во всех псориазных мазях добавлены противогрибковые препараты. Фунгициды и так далее. Во всех противопсориазных. Но кожа-то, это уже 5-25 серия. Процесс-то идет в тканях, внутри. Вот это вот важно. Поэтому дерматологи самые счастливые врачи. Никто никогда не придет в качестве скорой помощи. Все знают, что никто никого не лечит. И никаких претензий, главное. Узкие специалисты. Мы с Подхомутниковой, с Ольгой Валентиновной на эту тему все время шутим. Она говорит, я самый счастливый врач. А сейчас уже у них есть врачи отдельно. Кандидологи, отдельно хламидиологи, отдельно трихологи. То есть не просто уже дерматовенеролог. Дермата с Венера давно уже рассорились, распрощались. У них теперь уже по бактериям делятся врачи. То есть бактерии настолько умны, что на каждую бактерию по одному врачу. Ревматолог занимается только бета-гемолитическим стрептококком. Армия ревматологов ничего не могут сделать. Потому что бета-гемолитический стрептококк умный. А мы лечимся в другую сторону. Причины поражения лимфы. Психология неделания гимнастики. Хорошая вещь. Вот я вам сейчас сказала, что надо делать физкультуру. И желательно какой-нибудь вариант японской. Вот хотелось бы мне спросить на следующем модуле. Поднимите руки. Кто начал делать физкультуру? Я первая подниму, только собираюсь. Да книгу любую купите, система Ниши. Конечно, идеальный вариант, может быть, варианты какие-то йоги, но тут нужны учителя. Самих не получится. А Ниши самая простая система. Между прочим, все в жизни... Это питание и движение, ничего больше в жизни нет. Даже секс – это движение какое-то хаотическое. Если все сделано правильно, то в результате произойдет отработка лимфатической системы, потоотделение. Лимфатическая система – это совершенно уникальная вещь, совершенно уникальная. Ее надо чуть-чуть хотя бы знать. Были проведены десятки тысяч экспериментов в течение 30 лет радиоизотопными методами исследования. И было доказано, что все вещества делятся на два типа, так же, как все болезни. Вообще все делится в жизни на два типа. Инь-янь, плюс, минус, ноль. Все болезни. Либо ты теряешь то, что тебе нужно, память, потенцию. Либо приобретаешь то, что тебе не нужно, перхоть, геморрой. Поэтому все вещества в мире делятся на два типа по отношению к лимфе. Либо они ее стимулируют на выход, разжижают, либо они ее прекращают выдвижение. Здесь есть гиалуроновые кислоты.
Эти гиалуроновые кислоты могут быть либо гелем, либо золем. Гель – это густой кисель, золь – это жидкий кисель. Стало жидко, потекло, потом загустело. В баню зашли, то потекло, то загустело. В бассейн нырнули, потом снова в баню. Течет, загустевает температурный фактор. Поэтому, говорит, раз в день, раз в неделю надо ходить в баню. Но чтобы потекла лимфа, баня должна быть 60-80. Все остальное уже ничего не течет никуда. Белки разрушаются при температуре 60. Кожа, конечно, держит, но немного. Итак, чтобы вот эту жидкость заставить двинуться, надо применить доказанный лимфостимулятор. Не просто фантазировать, а применить доказанный лимфостимулятор. Солодка. Поэтому, когда мы применяем таблетку солодки, вся лимфа в организме начинает резко суетиться и двигаться к выходу. Процедура называется лимфостимуляция. Принимается натощак. Двинулась она к выходу. И вместе с ней пошли яды. Самое большое количество лимфоузлов находится в кишечнике. Тысячи, десятки тысяч. И если в этот момент в кишечник поступает сорбент, любой, келп, там какой хотите, начиная от активированного угля и заканчивая любыми другими сорбентами, то происходит отфильтровывание на сорбент вот этих ядов, которые находятся там. Но их не должна догнать курица. Курицы не должно быть рядом, потому что тогда курица сядет на сорбент. Поэтому первый этап называется лимфостимуляция, второй этап называется сорбция. Но в момент сорбции происходит, к сожалению, выход наружу минералов, витаминов, энергетиков. И поэтому третий, четвертый, пятый этап называется витаминизация, минерализация, пополнение энергетического запаса. То есть первая часть программы – вывод сорбции, вторая часть программы – то, что вывели назад. Для каждого органа своя лимфостимуляция, потому что на выходе идет клеточное питание. Сердце любит калий, магний, почки любят натрий. Вообще каждый орган любит что-то другое. Женские ноги могут быть счастливы только в обувном магазине, да? Так же и тут. Голова любит витамин В. Допустим, репродуктивная система – лецитин или витамин А, витамин Е. Так вот, выводим мы все одномоментно, у всех общее, а вводим каждому индивидуально. Больное сердце – перекалий, натрий, магний. Больная репродуктивная система – пей витамин А, витамин Е. То есть лимфоочистку надо не по таблеткам запоминать, а по принципам. Лимфоочистка может быть один день, два, три, четыре, десять, двадцать. Она может быть после химиотерапии, она может быть после гриппа, она может быть до гриппа в качестве профилактики, она может быть после алкогольного отравления. Супер! Лимфоочистка после интоксикации – это супер. Она может быть, когда стресс произошел, когда вы рентген сделали, когда вы УЗИ сделали. Она может быть в любых случаях жизни в качестве помощи целому огромному коллектору, который очищает ваш организм. То есть лимфоочистка – это принципы. Это не конкретные схемы, это, конечно, это конкретные схемы на конце, но это суть, ее надо понимать. Мы должны понимать что? Что мы заставим воду в организме всю. Это печень, почки, это сердце, это мышцы, это кости, это головной мозг. Вся вода одновременная. Начнет двигаться, потечет быстрее. Когда она потечет, нам надо ее профильтровать через сорбент, очистить. Сорбент уйдет естественным путем. И не забыть принять витамины, минералы и какие-нибудь питательные вещества. Все. Ничего там больше нету особенного. Но очень важно, чтобы вы понимали. Сделал рентген – почисти лимфу. Принял химию – почисти лимфу. Пропил курс антибиотика – почисти хотя бы чуть-чуть. То есть дай возможность. Переболел пневмонией, бронхитом, гайморитом, проктитом, я не знаю, чем хочешь. Хоть пиелонефритом – почисти лимфу. А лимфа – это все ткани организма, все. 83% ядов копятся именно в межклеточной жидкости. Не в крови, не в почках, не в печени. Процентов 15 копится в кишечнике. А может быть больше, а у кого-то вообще
Но все токсические яды, растворенные в воде, вот все яды, которые нерастворимы в воде, ну, есть нерастворимые в воде какие-то вещи, да, объелся мело там или глины, то есть это нерастворимо в воде, значит, в кишечнике все будет лежать. Если оно способно, не дай бог, раствориться в воде и уйти в кровь, все сядет здесь, межклеточная жидкость. Противопоказаний для лимфоочистки нету, потому что набор средств может быть любого уровня. Это может быть самые простые препараты: солодка, активированный уголь, витамин С. Это может быть витамин, там, я не знаю, фолиевая кислота. То есть противопоказания могут быть не на систему. Они могут быть каждого отдельно взятого человека на конкретно взятый препарат. На принцип противопоказаний нет. Будь то ребенок только что рожденный, будь то раковый больной в терминальной стадии. И тех, и других лимфу надо чистить, интоксикацию надо снимать. Двигать надо межклеточную воду, жидкость, чтобы это не было стоячим болотом. Если болото будет стоять, в нем будет развиваться все, что требует стоячей воды. Стоячее болото киснет. В горной реке никто не живет. Не получится горной реки у нас так быстро, вот вдруг раз и промылись. Но если человек пойдет по нашему пути, а какой наш путь? Изучить что-нибудь. Понять, принять. Поменьше кушать разной гадости. Возвращаемся на ступень назад. Маринованное, консервированное, даже повторять не буду. Поменьше пить всякой гадости. Вы видите, куда нас все время заносит, да? Туда, назад. Все гениально просто в этом мире. Если ты будешь делать нормальные вещи, все органы и системы, в том числе лимфатическая, будут работать нормально. Посмотрел, какие паразиты, убрал. Посмотрел, какие вирусы, обследовался, убрал, попытался, поднял иммунитет снова. То есть процесс лечения не должен быть: сегодня лечусь, а завтра живу. Процесс оздоровительной реабилитации должен идти каждый день. Каждый день не надо загрязняться. Чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят. То есть не сорите в своем организме. Лимфосистема требует к себе колоссального уважения. Колоссального. Потому что она не прощает ничего. Если желудок прощает все, репродуктивная система прощает частично, то лимфатическая система вообще ничего не прощает. Потому что от нее зависит, собственно, жизнеобеспечение человека на уровне ТИ, ИА, Б, В, Г, Д, соли тяжелых металлов, токсины, антибиотики, химические вещества, уксусы, формальдегиды, ацетоны, парацетамолы. Это все лимфатическая система. Все, абсолютно. Плохое пиво, плохое вино, плохие соки, лимонная кислота. Все упадет. Кровь сразу все. С крови взятки гладкие. И нету. В межклеточную жидкость. А дальше работает лимфатическая система. Вот как она у вас работает, у нас, у каждого человека, вот такая будет и жизнь. То есть мы с вами сегодня прошли три системы. Кровь, сердечно-сосудистую и лимфу. Это три системообразующие потоки жидкостей. Все остальное – это варианты. Чуть-чуть добавьте желудочного сока, будет кислоты, будет желудочный сок. Чуть-чуть ядов – будет моча. Чуть-чуть там сперматозоидов – будет сперма. Это та же лимфа. Это та же лимфа. Чуть-чуть пищеварительных соков – это слюна. Чуть-чуть там адреналина – это слезная жидкость. Потому что человек плачет, чтобы выделить адреналин. Самая высокая плотность слезы в организме, да? Очистите тщательно лимфу, будет спинномозговая жидкость. То есть все одна и та же жидкость. Одна и та же. Не бывает отдельно кровь, отдельно лимфа, отдельно моча. И когда моча ударяет в голову, естественно, это та же самая кровь. И это та же самая лимфа, которая не отошла. Все едино. Круговорот воды в организме человека, завязанный на огромные межклеточные жидкости. 70 литров межклеточной жидкости, 70. При весе, ну там, 90 килограмм. Ну, 50 при весе 70 килограмм. Какая разница? Огромное количество. Этой жидкостью не занимается никто из врачей, практически. Сначала почистись, прекрати есть, успокойся, поголодай. Не помогло, поди к врачу. Попей водички, не помогло, поди к врачу. А если все так сделают, к врачу ходить не надо будет. Заодно и врачей освободим.
от тяжелого пахотного труда, все равно бесплатно работают. Вот про лимфатическую систему. Вроде все.